переговоры по нормандийскому формату. У меня недавно был передача Матвей Ганопольский, который сильно критиковал вашего президента, которого вы очень хорошо знаете, сказал, что как бы это был большой проигрыш. Я немножко с ним спорил. Как ваша оценка этих переговоров, которые имели место в Париже? Я не соглашусь с Матвеем. Я считаю, что нормандские переговоры в Париже стали победой Владимира Зеленского. Я считаю, что Владимир Путин надеялся на то, что ему удастся быстро и спокойно сломить возможное сопротивление Зеленского. Ему удастся просто съесть его. Потому что в представлении умудренного опытом, прошедшего высшую школу КГБ и прочие высшие учебные заведения Комитета государственной безопасности СССР Путину, для него Зеленский – это зеленый мальчик, который, ну так уж случилось, стал президентом Украины. Но с ним будет легко и просто, потому что, ну кто он, артист, в конце концов, о чем речь? Опыта никакого, тем более опыта общения с такими взрослыми дядями, как Владимир Владимирович. И вот тут получилась нестыковка, потому что для Путина Зеленский – терра инкогнита. Это человек, который не входит в классификацию людей. Он оригинален, он непредсказуем, он нестандартен, он очень умен, и у него отменная интуиция. И там, где не хватает опыта, там начинается интуиция, начинается ум, начинается инстинкт самосохранения. И вот Путин этого, я думаю, не учел. Потому что я убежден, что между Сурковым, а значит и Путиным, и некоторыми членами украинской делегации, фамилии которых я бы предпочел пока не называть, существовали договоренности железобетонные о том, что Зеленский подпишет требования Путина. В частности, речь шла о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины, о выборах сначала, а потом в Донбассе, а потом уже в выходе украинских войск и пограничников к границе с Россией, он взял и не пошел. И это и спровоцировало большой скандал, когда Сурков бросал бумаги на пол, они разлетались по полу с криком «Мы так не договаривались». Да, действительно, так не договаривались. Ничего себе, то есть... Поэтому я считаю, что эти переговоры – это большая победа Зеленского. Он не дал Путину сделать то, что тот хотел. И угрюмое лицо Владимира Путина на пресс-конференции, нервная его реакция и отсутствие его традиционной ухмылки победителя свидетельствуют о том, что я сказал.